Здесь, что очень хорошо, то, что здесь присутствуют люди, которые работают с совершенно разным материалом. То есть здесь есть как архитекторы, здесь есть специалисты по организации местных сообществ, есть люди, которые занимаются какими-то конкретными социальными проблемами. Но так или иначе, это все какой-то такой вот междисциплинарный взгляд на вопросы взаимодействия человека и города. Да. Это достаточно сложно совмещать такие точки зрения, но, по крайней мере, то, что мы все здесь собрались, и то, что мы готовы друг друга слушать и находить вот эти вот все вещи, это очень круто.